Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Магазин проведу видеообзор безинерционной катушки от компании Daiwa, модель Luvias 2007 года. В 2007 году компания Daiwa выпустила данную катушку в 7 размерах, от 1003 до 3000 размера. На обзоре у меня катушка с типа размером 2506, имеет она вес всего лишь 200 грамм, ну и при производстве данной катушки были использованы самые современные на тот момент материалы и технологии. Корпус катушки, ну и ротор выполнены из зайона. В теле катушки установлены 7 шарикоподшипников и один роликовый подшипник. Катушка имеет передний фрикцион, и фрикционный пакет рассчитан на нагрузку до 3 кг. Катушка имеет полую дужку, шпуля алюминиевая, имеет клипсу, причем в 2506 размере шпуля достаточно неглубокая, ну и, к примеру, шнур толщиной 0,8 по японской классификации всего лишь влезет на мотке 140 метров на нее. Передаточное соотношение у катушки 4,8 к 1. Шпуля имеет концепцию ABS Air Metal, благодаря чему, соответственно, уменьшается риск образования бороды. Ну, плюс еще катушка имеет покрытие из нитрида титана. Имеется стопор обратного хода. Несмотря на достаточно преклонный возраст, катушка имеет легкий старт, легкий ход. То есть очень удачная модель получилась у компании Daiwa. Имеет она некоторую защиту от попадания грязи и воды, но опять же защита не стопроцентная. Кноп у катушки достаточно простой, но в то же время очень удобный. Ручка алюминиевая, она не складывается. Повторюсь, катушка очень легкая, всего лишь 200 грамм ее масса. Отлично она подойдет для ловли в стиле лайт. В общем, рекомендую обратить внимание на эту катушку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!